Югорчане, переболевшие коронавирусом, смогут закрывать больничные гораздо быстрее. Сегодня в России вступают в силу новые правила диагностики COVID-19. Изменения накануне внесла главный санитарный врач страны Анна Попова. Теперь для выписки и завершения лечения достаточно одного отрицательного теста на коронавирус, а не двух, как раньше. Также первичное подтверждение диагноза теперь возможно не только с помощью ПЦР-диагностики, но и любым другим методом, который определяет антиген возбудителя. А вот контактным пациентам, у которых признаки заболевания так и не появились, можно вообще не делать ПЦР-исследования. Достаточно просто двухнедельной самоизоляции. Отмечу, что новые правила помогут снизить нагрузку на лаборатории в окружных больницах и медбригады в поликлиниках.